Итак, короче, пацаны, начал монтировать видео, и оказалось, что как-то баганулся видос, я уже все перепробовал, но не получается. Пол видоса просто-напросто баганулась. Каким образом? Видите, здесь картинка идет, все происходит, а здесь, видите, звук есть, а картинка всего лишь одна, происходит ничего. И дальше мы листаем, все здесь тоже нормально происходит. А вот здесь просто-напросто все застыло, поэтому мне это придется вырезать, вы будете смотреть только вот эту часть и вот эту часть, в принципе, да. Потому что здесь ничего не работает, звук есть, но там особо интересного ничего не было, но все же, блин... Сразу перед вами извиняюсь, надеюсь, вы суть видео поймете. Все, всем спасибо за внимание, приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в финалочку на сегодня на ролеплей Центральный округ. Моник здесь Кирилл Подбулови. Не забывайте вводить моник при регистрации и не забывайте ставить лайки, пацаны, это самое главное. Итак, давно не было серийчик, короче, да, потому что, кто не в курсе, я болел, да и до сих пор болею. Мне то лучше, то хуже, непонятная ситуация какая-то, я уже заколебался, я уже лекарство купил на 1000 рублей, лекарство купил, лечусь, блин, уже заколебался, есть таблетки, горло пшикать и так далее. Реально, я просто заколебался, но видосики надо снимать, я не могу вас оставить надолго без видосиков, поэтому, ребята, поставьте лайк, поддержите меня, чтобы я скорее выздоровел. Так, что сегодня будет серия? Я думаю, по названию ролика вы поняли, сегодня будет испытание для Бапан Паршака моего, в принципе, кто не смотрел предыдущей серии, посмотрите. Почему это Бапан Паршак, я сейчас, в принципе, вам покажу. Ну, я думаю, так понятно, почему это Бапан Паршак, пацаны, да, лягла прям просто жестко. Кто не смотрел серию, как я оставлю гидравлику и мои и первые эмоции насчет этой посадочки, пацаны, ребята, посмотрите. Недавно эти серии выходили, поэтому они есть на канале, можете посмотреть. Итак, я, кстати, собрал рыбы, надо их сейчас продать. Я не заходил где-то 5 дней в игру. Ну, примерно столько я не заходил в игру. Хотя, не 5 дней, наверное, 3 дня точно не заходил я в игру, короче. Нужно поехать чекнуть налоги, оплатить дом на всякий случай. Ну и продать рыбу, и потом уже будем тестировать наш подшаг. Все, погнали. Он и 254, ух ты, бля. Ну да, если сравнивать с паршаком, то получается паршак медленнее на 25 километров, вроде бы когда. Да, да, на 25 километров медленнее паршак. Но все равно, блин, для такой махины, так сказать, большой, 229 километров, это вот-таки нормально, я думаю. Поэтому, так, аккуратненько проезжаем. Сейчас там будет такое препятствие жесткое. Просто боязнь всякого ппамщика, так сказать. Какой там подъем будет жесткий, вы, думаю, увидите. А вон тот злосчастный подъем, на котором нам сейчас будет попка полная, просто сейчас подвеску оторвем вместе совсем, реально, потому что это жестко. Как бы мы застряли, пацаны. Смотрите, на походу мы приехали. Да не, она здесь не проедет по-любому. Блин, она здесь не проедет, смотрите, просто мордашка. Блять, бедная подвеска, просто так оно. Блин, она не опускается. Так, давайте пробуем. Буквально правдоподобно пробуем. Мне кажется, мы сейчас реально подвеску просто оторвем и все. Так, ну что ж, давайте пробовать как-то проехать. Ну, блин, мы реально подвеску оторвем нахрен. Просто мы уже порогом, смотри, как вошли просто смачно. А, минус подвеска. Подвеска просто, все, это тотал реально, пацаны, просто подвески не жить. Тем более там, по-моему, защиты не было. Давайте я остановлюсь сейчас, подниму, оп. Она там сплошное дно, ну, блядь, будем считать, что нам подвеску нахуй оторвало. Но это, блядь, как она легла просто красиво. Ах, природа, блядь, деревушка, и Бапан Паршак стоит. Вот это я понимаю, блядь, атмосферка, блядь. Так, все, поехали, давайте попробуем теперь утопить, в принципе, да. Аккуратненько проезжаем, через кустики, хуюсики и так далее. Все, едем, едем. Сейчас там будет еще дорога, по где вода есть. Вон, кстати, она. Ладно, давайте сюда сразу свернем. В принципе, что нам терять уже нечего. Мы подвеску оторвали к хуям. У нас ни хрена уже не работает. Работают только, блядь, задние колеса, грубо говоря. Хотя не знаю, паршак реальной жизни полноприводный, либо нет. Ага, бапан машина просто. Не, ну если мы сделаем вот так вот, то будет намного легче. Но давайте сделаем вот так вот. Просто лягла, пацаны, лягла просто в воде. Не, ну блин, он проходимый, в принципе, но если в реальной жизни такой бы паршак ехал по такой дороге, то пизда ему была бы конкретная просто. Мы бы на том подъеме просто стали подвеску, грубо говоря. Ну, вы сами видели, в принципе, поэтому мне вам ничего объяснять не нужно. Ну что ж, я думаю, на это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите, что можно еще поделать с этим паршаком. Да, он зареспавнился, да? А, он же намок, блин, ладно. Ничего страшного, в принципе, релогнимся, если что. Ну что ж, все, пацаны, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.